одновременно, ты просто... Это, то, что это повторяется, тебе написала еще 12 раз. Надбедыч, надбедыч. Пой здравствуй. Здравствуй. Я перезахожу. Чтобы отключить, пока я себе помогу. Слепой капитан. Мы отжали его. Вчера мы столько алкоголем взяли. А тапок проиграл в рандоме, братан. Все честно. Седьмой член экипажа. Но он вообще и никуда не уходил, можно считать. Пацаны, я всякую ненужную снарягу. Да, это слепой. Я всякую ненужную снарягу буду в коптерку оттаскивать, которая никому не нужна. И типа... Кошелек пустой, кошелек, вот я буду дать деньги наши складывать. Есть какая-то школа? О, смотрите, Cruelty Fish вывалили, чуваки. Да, я тебе говорю, Cruelty Fish. Да. Редкая? Да, вполне. Можно я пойду, пожалуйста? Самая, хотел бы. Самая редкая, которую мы никогда не поймаем, это диск фортуны. Рыба. Слушай, я поймал. Она миллион стоит. Lantern Fish. Это круто, наверное. Она весит 720 грамм, 24 см, большая. Я реально вес впилил ему, он рандомится в зависимости от типа. Да. Конечно. Давай. Вообще хуя на место. Я подменяю. А, трупы в коптерке заходи. Заходи, гостем будешь. Это легкая операция, кстати, пойдет. Капитан сам тебе должен легче ему пришить. У тебя у кого самый большой скилл? Давайте подумаем. Я мобс. Я был. Слушай, я сталкер, у меня 13 инты. У меня 6 инты. Я сталкер, у меня 13. Ну, там есть модификатор изначально, я просто не помню. Ну да, лучше опираться на инту. Капитана огромная инта. У меня 13, да. Ну, я могу попытаться, типа, у меня 13 хорошие инта, а 14... Хотя на 14 инты, и у него очень хороший модификатор на медицину. Он может примерно как интерны. Он может сам себе пришить тогда, наверное, все. Не может, но там очень большой штраф за самую операцию. Уж, ну, тогда я логичнее буду. Плюс он будет под опиатом. Сейчас, о, лох рыба, сейчас, подожди. О, Space Carp. Угу. Складывайте в один тюрк, наверное, рыбку, чтобы мы знали, сколько всего мы было. Если вы хотите, я мог бы, конечно, эту рыбку бы оттаскивать. Химостат заменяется зажигалкой. Я укушу рыбку, кстати. Какую из этих рыбок можно жрать свободно? Все рыбы можно жрать. Я не сделал отравленных черта рыб. У меня есть боевой нож и скальпель, типа. Скальпель лучше. Альпель, да. Ой, да. Подожди. Я сталкер, я снизу сейчас. Если тебе что-то нужно, братан, ты говори, типа, мол, крипануть что-то. Хорошо, я просто посмотреть буду. Без проблем зашел. Да, без проблем вообще его посмотрю. Просто у меня еще некоторая часть вещей с собой. Сейчас, может мне вмазаться перед этим? Мне просто хочется опиатов. Угу. Взял скальпель. Да, начал. Тролльджей достаточно. Не очень много, наверное, но они есть еще. Химостат теперь нужен. Ага. Это ретрактор. Чем? Червей достаточно много. Можно вообще без ничего. Нет. Как там Зибет, Крипман? Как там Зибет? Нет контакта. Так, химостат. Блять. А как там? А какой порядок в... Блять, я не помню. У нас могут трупы с глазами не перешивать. Скальпель, гемостат. Да. Нитки. Подожди, давай посмотрим. Никто не взял. Вообще кабели нет. Пацаны, да? Скрафтите иголку, да. В игре сейчас нет. Порой из коптерки, может, что есть, пацаны. Нет, варикаторсов. Тоже нету. Нет, у меня ничего интересного нет. Вдруг извини, что. Ну, генит инсайт. You deserve. Капитан слепой, потому что у него не генетика, а у него реально глаз просто. Господа, у меня инсайт, я хочу Drugs and Smoking. Смоки? Все, ну не, какие смоки, сначала Drugs. О, я подскользнулся.
Пустой автоинжектор я выбрасываю за борт. Никто еще пока не ошибся, какая красота. А есть у кого-то крипман дает зажигалочку? Да? Да, пока я не буду. Положи, я положи, я А что кнопка делает красная вот эту вот? Какая? Вот, вот, я документ ставил. Там, там на второй, на второй фрейм тебя банит, но у тебя нет никакого предупреждения. Я могу... Separate, separate eyeballs я могу прямо сейчас нажать. Да, 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 так надо. Ну. Ой, хорошая музыка. Могу экстракт нажать. Ретрактор, экстракт. You need a tool capable of clamping to complete. Попробовал. А, не знаю, чем можно заменить в теории. Не знаю, а принеси зажигалку, пожалуйста. Дай, дай. Наверное, я сделаю еще один апдейт и... этой штуки. Я знаю, что... Закурю, я подожди. Сделать. Я не могу, получается, достать глаза никак. А я, блядь, либо не успел, типа, до того, как упало там на операционную... Мне эта игра напоминает 60 секунд, помните? Да. Ну, у нас было 30 минут. Жалко, что нам с Марком не повезло, чем на фейер бы всякого говна. Давай, давай циркулярка, кстати. Блин, легендарное говно делаем. Не, не, никак. Давай, не знаю. Мы еще доплывем. Pressure control. Makes you wrong sound. Угу, ничего важного. Мне кажется, ну, блядь, ну чем даже должно... Подожди, может, ломом? Нет, ломом нет. Ой, какая красота. Крипман, хватит тащить камни. Не надо. В орган фризере ничего. Слушай, iFrame Space, а можно, например, отрезать голову и извлечь из нее, типа, ну, разрезав, как на легкий, короче, можно? Что ты? Ну, вопрос задай. Ну, вот голову извлечь, отрезать и извлечь мозг? Из нее. Не, глаза. По идее, да. Я не помню, я не помню. Давайте попробуем тогда. Что-то может теперь... вообще не работать, например, с инфекциями. У нас есть два трупа, можно на одном поэкспериментировать. Давай, препарируем. Я вот вижу вот эти вот дырки в стенах от пуля. Хорошо так. Оружия, конечно, у нас очень много. Да, это, пожалуй, то, чего у меня точно... Лично при мне дробовик двухствольный, автомат Калашникова. Это только лично мое, которое я притащил с собой на борт. Я притащил с собой борс. Так, ну, начинаем отрезать голову. Что такое Hot Trail? Hot Rail — это имплант. Ну, у нас имплант. Есть имплант. Да, у меня есть имплант, у нас есть имплантер. Я готов тебя заплатить за эту херню. А что такое Hot Rail? Подожди, давай. А вот вики по хехме, пацаны. Ой, актуально. Бля. Понятно. Не, получается... С головы ничего никак нельзя вырезать, да? Так, а может быть на мостик притащить камень один? You have rested well and improved your stat. Ебать, у меня статы стали. Да. Мы тут статки накопим. Мы будем буквально гачи бойцами. Слушай, а реф это что? Вы, хотя не знаю, у меня вроде бы, я вроде бы уже упорол кокаин, но у нас нет шоколада. А Jawbreaker работает как шоколад, или он только мне дамаг наносит? Работает. Наверное. Что работает? Наверное, работает, я не помню. Я удовлетворил желание драксов.
Ой. Ой, хорошо. Че, реально? Хорошо. Я с Satisfy. Да, работает. Discord реально стримит эту хрень, прикольно. Я на стриме увидел, что поворачивать надо. Смотри, поверните. Да. У нас critical damage 0, типа. Мы 0 critical damage набрали? Да, пока да. А сколько их всего можно? Мы примерно час, наверное, плывем уже, как думаете? Да, где-то есть. Час точно есть, больше может. Слушай, мы даже больше плывем. 8 мы стартанули. Жалко, у нас нету зибета. У нас либо он сломался, либо... 8.40, 8.40 мы отступили. Мы час, да, час и 10 минут плывем. Ну где-то мы час уже идем. Нам бы Zibet подсказал бы иногда, сколько осталось плыть. Клипман, дай посмотреть на Zibet. Да, ну он сейчас вот она. Но она улетела. Угу. Вот. О, как хорошо. Вот это мы столько всего погрузили. Ну, тебе даже хавать пока я не... Я даже не ошибаюсь. Кто-то хочет за мостиком постоять? О. Я на коптерке сижу постоянно, пацаны. Смотрю, что никто... Слепой капитан видит, когда там центральную надо нажимать или нет? Хорошо. Иди. А через какое-то время еще кого-нибудь найдем. Я хочу драксов. Mm-hmm. Так, Найтингейл заперт в его комнате капитанской. А, где карточка? А, вот, все. Ты труп нельзя в этот ящик перетащить? Нет. Это легкая фича. Слушай, как повысить стайл, типа? Это тебе это не надо здесь. Ну я хочу стайл. Катаушки носить, например. Ага. Какой-нибудь есть, типа, что-нибудь на повышение стайла? Ну только на мне все надеты. О, у нас из стимуляторов осталась только вот эта вот ужасная херня. Ладно, есть. У меня есть еще стимуляторы на коптерке. Из стимуляторов у нас еще есть метамфетамин, альфа-ПВП, дексамфетамин, метадон, крак и кокаин. Он все просто... Вопросов не имею. Он систематизировал просто все. Да? You feel like you need soy. Поздравляю, Крипман, у меня такое было. Суэ режет тебе стат. Лучше, кстати, реально не жри свою. Я не собираюсь. У нас по нормальной еде очень грустно. У нас МРЕХ есть, у нас только хуя. У меня, короче, лично я себе притащил 2 Soylent Green. Блин, реально, отбеда хорошая идея. Надо не забыть. Тут так, я... не забыть одну херню хочу, да. Слушай, Франс Квест, у меня к тебе гениальные... О, не гениальные, это просто вопрос. А что, будут какие-то ивенты? По курсу вот, исследования, так сказать. 8 часов. Не, ну 8 часов это понятно, но ты же берешь, что-то будет. Я иду и спотыкаюсь. Спасибо, что-то знаю. Есть вероятность, что что-то будет. Ну, нам может пригодиться оружие, да? Есть вероятность. Есть, кстати, прокачанные фишки управления. Если будем получать critical damage, я скажу, что можно сделать. В очень плохом случае. Мы пока не получаем critical damage. Сколько мы можем critical damage? Have an intense craving for мы можем 0 получить, не надо ничего получать. А, мы в натуре что ли все, типа? 13 штук кап. У нас 13 хп. Нормально. И мы не получили пока дамага, мы часто. Что будет, если я буду ломаться и не жрать все? Чему это может привести? Тебе будет хуже, но ты перетерпишь. Крипман, я перетерпел. Просто вот, ну типа, минут за 20 перетерпишь. Ломается. Я тебе говорю, я переломался от Геры, я переломался от Сои, типа, потом покурил, и мне, типа, you rested well, типа, и плюс 3 статы дало. Блин, мы все палубу отмыли. Да, я знаю. Слушайте, на мостик хотели один камень перетащить, тут есть свободный камень, может как раз его взять. Камни, кстати. Кстати, как тебе from space спрайт камни я вот нарисовал? Тебе нравится? Списывает? Да, неплохой. Но я еще постарался с червячками, в принципе. Старался, честно сказать. Не, на червяков дефолтных. От чего зависит рыбалка? Просто рандом? Ну, от статок. А каких?
Ну, разные этапы рыбалки от разных. В основе всего реф эго. А буквально у меня 15 рефа и 8 эго, и что-то как-то жидко ловится на обычных червей. Ну да, на червей будет жидко ловиться. Нет. Ой, хорошо, что я троги байт накупил и мы их потратил. Балдеж. Это секейные карты где-то исчезли. У меня бустер был еще один, я потерял его. Вильям Штерн рассказывает анекдоты «Слепой капитан». У него капитанский статус немножко. О, блять, Mirror Fish. Mirror Fish редкая? Mirror Fish, да. А, не клюнула. Они анекдоты рассказывают, понял? Вот как думаешь, сколько у нас рыб на каждого будет уходить, по идее? А рыба очень сытая. Ну, буквально мы сейчас выловим... Не должно много. Мы буквально выловим сейчас весь запас еды свой. Я вообще типа... У нас нормальной еды, мы даже не переживаем за еду, потому что мы... Бодимен. Нет, потому что мы обладаем гигантским количеством для рыбалки всего. Мы заготовили. Ну, мы буквально еще и рыбу заготовили. Мы, типа, очень много рыбы выловили. Естественно, выращивать ничего нельзя, но то, что мы заготовили, этого, да. Я бы хотел китайцам бы зайти, если честно. О, из террарии рыба-глаз. А, это не из террарии, показалось. Рыжок. Ой, голдфиш, слушай. Ну, спейс, конечно, пофиксит, но... Не тебе скажу, но если мы зашли бы с китайцев, мы нельзя органичные пищи могли бы испы выращивать, был срачки. Ну, это было. Мы могли бы отключить ванночки, потащить сюда и выращивать. Как бы мы на корабль ванночки дотащили бы? Пулом. Их можно отключить органичным пищем. А через туннели, через туннели. Как мы через туннели бы их перенесли? А, никак. Ну вот. По соседу. А можно было бы... Плюс рис нельзя жрать, который ты вырастил, его надо там пожарить еще, сварить. И он не то что сытный, он для китайцев сытный. Зибет, ты меня расстраиваешь. А можно было бы, знаешь, типа, этот, с... Блять, выращивать другое что-то, типа. Ну, кроме риса. Нет? Найди семена. Нет, ну, я нет. Вот... Даже рис свой, это... Олса эти ванночки не откручиваются. Братан, ты охуел, не трать филлер на зажигалок, хуя, блин. Да, я реально офигел. Хуевший, блин. Эти ванночки реально... Бычки не... за собой убирай и не кури так много. Это даже не мой бычок. Мне похуй. Вы убирайте с собой бычки, пожалуйста. Всем накидать бычков. Это реально резонная претензия, надо понимать. Даже кондомы есть, элитное судно. Да хуя, кондомов у нас больше всего в избытке. Да, потому что два просто этих саквояжа с драксами принесли. Это типа гипервизитные. Короче, ну... Типа, сначала за ребенка залетел с пистолетом, типа, смачно пострелял. Сначала за Слейва вообще умер, типа, потом пострелял за ребенка, залетел за этого, и так балдеж. Мне понравилось, когда вся толпа ринулась на корабль эвакуироваться. Понравилось очень. Красиво. Это Андут. Кто? Приват пати, Андут. Люди, понимаешь, на скрытую концовку проходят чудо-бои. А Борин? Борин? Редкий? Нет, вообще он не редкий. Как и золотая рыбка, это фейковая золотая рыбка. А настоящая как отличить? Она более желтая. У нас что, будут уникальные ачивки за... Да, за будут. Рыбка. Да, главное это опыт. Будут и ачивки. О, какая рыбка. Catfish, ну такую я видел. Ой, хорошо. У нас есть припасы, у нас реально по еде все хорошо. А глаза мы не сможем поставить человеку, да? Ну у нас не хватает одного инструмента.
Ага, хорошо. А ты можешь типа в коде глянуть, чем гемостат заменяется? Могу, но не буду. Чем-чем? У нас такого нет. Есть! Господи. Ручка в капитанской есть! Есть! В капитанской ручка, блядь! В капитанской реально есть ручка. Я, кстати, да. Кстати, я один труп уже обезглавил, сейчас принесу второй, будем... Я наизусть... Я, насколько помню... Это приватная пати. На курочку. Мы идем. Мы заняты. Кто-нибудь сходите на мостике глаза вырезать? Тут такая... Какая, понимаешь, у нас интрига? Сможем ли мы жить это всегда? Я пойду пофиферю на какое-то другое место, да. Люди реально уходят спать. Кстати, я ручку достал с капитанской, пацаны. Помогите, у капитана интернет закончился. Я иду на мостик. Я ручку выкинул перед капитанской. Да, я вижу, заебись. У капитана проблемы с интернетом. Ой, you hands... Так, ну, у меня рука вскочила. Ну, не... Хорошо, но здесь некоторые... Быстрее. Некоторые люди... А есть шанс того, что типа... Я вас подменил.